Всем привет! Пятая серия турецкого сериала «Бумажный дом» выйдет 17 мая. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы ждете новую серию, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Джимри убила ни в чем не повинную Инджи, после чего жизнь всей семьи превратилась в кошмар. Джихан даже хотел пойти в полицию и признаться в том, что его 16-летняя дочь совершила убийство. Но у него не хватило мужества на это. Джихана пугает то, что Джимри ни капли не сожалеет о своем поступке. Она вообще не раскаивается. Джимри сказала, что сделала это ради того, чтобы защитить свою семью, а главное – своего отца. Она боялась, что Инджи уведет его из семьи. Но это было ошибочное мнение, потому что Инджи была возлюбленной Мерта, брата Джимри. Мерт очень страдает и не понимает, куда пропала Инджи. Айлин намекнула сыну на то, что, возможно, она никогда не вернется, и он должен быть готов ко всему. В это же время Джихан и Айлин решают отвезти тело Инджи в горы, чтобы сымитировать несчастный случай, будто Инджи упала и разбилась, или чтобы все подумали, что она покончила с собой. Вся семья погрязла во лжи, и отныне им нет покоя. Полиция продолжает поиски, и очень скоро тело Инджи найдут. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.